Андрей явно яркая, интересная личность, такой штучный товар. Человек, которым вообще интересно, человек, с которым просто интересно за ним наблюдать, слушать его интересно. И книжки очень любопытные, глубокие, и он, так сказать, человек талантливый, плодовитый. Этот человек очень глубокий, как он относится к музыке, как он ее понимает, чувствует, медитации, музыку, так сказать, такую далекую для нас, но тем не менее, через него она становится близкой, яркой. Поэтому талантливый человек, да здравствует Андрей.